Есть ли какие-то предложения, замечания в повестку дня? Нет. Нет предложений. Кто за повестку дня, прошу голосовать. Спасибо. Против? Воздержавшиеся? Принимается единогласно. Переходим к обсуждению повестки дня. Первый вопрос об отмене решения Совета депутатов муниципального комитета на 15 сентября 2020 года. Пожалуйста, Александровна, вам слово. Уважаемые депутаты, нам поступил протест Чертановской международной прокуратуры на решение о согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу Варшавское шоссе 145-1-2, 147-1-2, 149-1. Ну, это так и будет, вы знаете, да, это вот большой длинный дом. Вот, прокуратурой по обращению гражданки была проведена всесторонняя проверка документов, которые были представлены нам, депутатов, собственниками нашего решения, проектами жевания. И после проведения проверки поступил протест. Международный прокурор требует отменить данное решение.